Областная ассоциация женских организаций разработала локальный план действий. Все, чтобы выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН номер 1325. Это привлечет внимание к положению женщин во время вооруженных конфликтов. Заодно поможет достичь равноправия и всестороннего участия в поддержке и укреплении мира и безопасности. Сегодня у нас пресс-конференция для всех субъектов национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН номер 1325. Краткое название резолюции «Женщина, мир, безопасность». И, конечно же, тема актуальна для нас, для нашей страны. И я хочу сказать, что за этот год сделано много. Мы разработали локальный план действий. Сейчас он находится на утверждении у руководства областной администрации. Было много встреч, рабочих встреч, на которых мы обсуждали, мы нарабатывали, принимали рекомендации от всех структур, как государственных, так и общественных. Организаторы считают женские вопросы общими и призывают все гендерные организации объединиться.